«Фидель среди нас». Теперь эта популярная на Кубе фраза получила новый смысл. Местные разработчики выпустили мобильное приложение, посвященное лидеру Кубы. Программа выпущена для платформы Android, ее скачали уже десятки тысяч кубинцев. В приложении редкие фотографии Фиделя Кастро, и вот цитаты, рассказы о нем. Есть даже мини-игры на знание фактов из биографии бывшего лидера, который возглавлял страну на протяжении почти 50 лет. Разработчики говорят, что хотели сделать подарок не только пользователям, но и самому Фиделю, которому совсем скоро, 13 августа, исполнится 90 лет. С помощью этого мобильного приложения можно узнать о Фиделе не только как о революционном лидере, но и как о человеке. Это как раз и было нашей целью. Ведь о политических достижениях Фиделя можно прочесть и в учебниках, а наше приложение для молодежи. Им как раз интересна личная жизнь нашего лидера.